Муфтий республики шейх Ахмад Афанди награжден медалью за верность отчизне. Награду духовному лидеру вручили на встрече с дагестанскими ветеранами-афганцами. Муфтий поблагодарил за оказанное внимание и отметил героический труд защитников Родины. Шейх подчеркнул, что именно интернационализм и любовь к Родине являются причинами объединения людей. Я вас считаю патриотами страны, героями. И вас я могу уверенно называть, что вы наследники ветеранов Великой Отечественной войны. Когда там воевали, вы же не делились, вы же не спрашивали там, этот кто, это какой нация, это какой район. Как братья, как одно тело, вы друг друга защищали, защищали свою родину. Вот это вас и объединяет. Любовь к родине, любовь друг к другу. Может, кое-кто, защищая своего брата, сам остался там. Поэтому вам непростительно делиться. Дай Аллах, чтобы у вас все было благополучно. В завершении встречи духовному лидеру ветераны-афганцы передали памятный сувенир в виде кинжала.